Итак, ребят, привет. Небольшой обзор моей нынешней работы. В общем-то, как бы для тех, кто не следит за мной, за моими работами в Инстаграм и в ВКонтакте, потому что я только на YouTube не выкладывал. Вот. Значит, сейчас я делаю вот такой клиночек. Нож. Значит, сталька здесь М398. Значит, термичка Иван Бабий. Ну, небольшой обзорчик. Больстер здесь нержавеечка. Проставочки тоже из нержавейки. Рукоять стабилизированный Зебрана. Сквозной монтаж. Рукоятка обработана до 2000 грит. Затем просто-напросто покрыта карнаповским воском на полировальном круге. Не тает, не плавится, не скользкий. Замечательно держится в руке. Вкладыш, ну я образно говорю, с красного дерева, потому что, не потому что оно красное, а потому что, в принципе, как бы древесина ценных пород. Какой конкретно, не знаю. Бывший паркет. А вот. Завтра буду делать ноженки. Ноженки будут интересны, скандинавского типа, соответственно. Тоже со щелчком, как всегда. Вот. Рисуночек там будет довольно-таки сложный, интересный. До встречи, всем пока.